То, что я буду говорить, дорогие мои, я верю, у вас еще будет терпение на меня, а? То, что я буду говорить, я так скажу, дорогие, оно очень важно для поколения, которое живет сегодня на этой земле. Потому что дьявол создал уникальную позицию в церкви, уникальную позицию в религиозных течениях, вообще в христианстве. И самое интересное, что мы живя не живем. Вы знаете, тему я назвал очень просто – «Украденное сегодня». Я не говорю о том, что сегодня у тебя что-то украли. Нет, у нас украли сегодня. Дорогие, если вы сейчас просто со мной, если у меня достаточно будет мудрости, дай Дух Святой, пожалуйста, повести вас туда, о чем я сейчас буду говорить. Я верю, дорогие мои, вы ничего не делая, выйдете отсюда измененными другими людьми. Только по одной причине. Потому что ты восстановишь и вернешь свое сегодня. Вы знаете, чем больше я встречаюсь, чем больше я езжу, чем тысячи и тысячи людей проходят через меня, через мое сердце, через нас и служение, неважно, я сталкиваюсь с одной вещью. Мы или в прошлом, или в далеком недосягаемом будущем. Все, что мы имеем сегодня, мы постоянно презираем сегодня. Кто-то понимает меня? Мы презираем сегодня, мы презираем сейчас, мы презираем себя, мы презираем других, потому что сегодня это не тот день, вот завтра будет самое оно. Кто-то со мной, нет? Те, кто прошли энкаунтер, ты сегодня любишь, поэтому сохрани сегодня. Пойми, любимый, что у тебя кроме сегодня ничего завтра не будет. Задержусь. У тебя кроме сегодня ничего не будет. У тебя никогда нет завтра. У тебя никогда нет вчера. У тебя всегда сегодня. В этом секрет. Украденное сегодня. Почему мы боимся? Начнем с того. Почему мы боимся реальности того, кто мы сегодня? Почему мы должны проектировать персону или имидж чего-то, что не существует для людей, которые вокруг нас? Я говорю сейчас к церкви. Я вырос среди людей, которые ничего в своей жизни не делали, как ненавидели все, кто они, но всегда играли красивую роль. Заставляли играть всех вокруг себя красивые роли. Вся их жизнь выстроенная была исключительно на роли. И тут они видят кого-то, кто выходит и начинает сегодня говорить о сегодня, вскрывать сегодня. У них начинаются проблемы с такими людьми. Знаете, почему мы с вами любим вчера и завтра? Потому что эти два элемента не поддаются нашему контролю. Гол. Ты со мной? Вот вчера, а вот завтра фонарь. Ты это говоришь, потому что единственный элемент, который ты можешь контролировать, это сегодня, и он не под твоим контролем. Ты наслаждаешься вчерашними, завтрашними победами или будущим, потому что это единственная вещь, в которой ты комфортно можешь говорить, потому что они не под твоим контролем. Почему мы признаем мертвых победителей? Потому что он уже не под моим контролем. Почему мы не признаем чемпионов сегодня? Потому что это люди, живущие с тобой рядом, бросающие тебе вызов каждый день. Алло! О, завтра! Завтра нет! Завтра будет сегодня. И вчера было сегодня, церковь.
О, мы так любим касаться вещей, которые не под нашим контролем, потому что никто не может подойти тебя и упрекнуть тебя за завтра. Никто не может тронуть твое вчера, потому что оно уже сделано, и до него уже, в принципе, никто не дотянется. Но мы находим страшную провал, дыру в сегодняшнем дне. Оно выкраденное из церкви. Оно выкраденное из наших сердец. Мы сидим сейчас здесь, расколотые на завтрашние дни, на послезавтрашние, на вчерашние дни. Но что сегодня? Что сейчас? А сегодня я жду завтра. Или сегодня я живу во вчера. Потому что помните, сестры, как нам хорошо было. А мне сейчас хорошо. Ты здесь? Завтра нет. Все, что мы можем делать сегодня. Почему мы профессионально научились прятать реальность того, кем мы являемся на самом деле? Почему мы настолько боимся признаться в слабостях и боли, и тем, что я ношу этот камуфляж, я отрезаю у поколения возможность признаться в своей слабости и боли. Это значит, я обрезаю у тебя полную возможность победы, и в то же самое обрезаю твою возможность радости этой победы. Другими словами, ты живой мертвец, который ничего не испытывает в своей жизни. Только сегодня мы ждем завтра, а сегодня – аллилуйя. Кто-то понимает меня? Послушай. Скорее всего, потому что если ты узнаешь, кто я в реальности, ты не примешь меня. Мы создали общество, вокруг нас поднялись лидеры, которые никогда не воспримут тебя, какой ты в натуре и в реальности есть. О, если бы твой лидер узнал, чем ты занимался вчера вечером, и как ты валялся и рыдал, и орал: «Бог, я не достоин вообще жить». А сегодня ты сидишь, пахнешь Дольче & Габбано. И никто даже не представляет, кто ты в реальности. Мы убили реальность, убили сегодня. У нас всегда имидж победителя. Твой имидж завтрашнего победителя убивает тебя сегодня, потому что это недосягаемое. Если кто-то понял, что я только что сказал. Послушай. Потому что ты узнаешь в реальности, кто я. Ты не примешь меня, потому что я... И я, знаете, что сделаю? Я становлюсь мастером-крафтсменом. Я творю того, кто понравится тебе. Я делаю образ, кем ты будешь увлечен, захвачен, любим. А вот того ту тварь, кем я в реальности являюсь, не дай Бог, сейчас все мы узнаем друг друга. Бог мой! Кто придет на следующее служение? Потому что здесь ничего иного, как лжецы, сплетники, блудники-прелюбодеи, порнушники и иногда выпивающие. Нет! Я ошибся! Здесь святые! Продолжаем ехать на этом поезде! Нам так лучше делать вид, что в моей жизни ничего не происходит. Я ни с чем не сражаюсь, я все победил. Ложь! Ложь! Ты и я прямо сейчас в схватке жизни. И, дорогие мои, иногда в скрытии и делясь с болью, ты даешь себе возможность жить. Вот почему я не боюсь говорить людям тогда, когда пастору поплохело. Потому что я лишаю себя возможности победы над поплохело. Потому что если ты не знаешь, как мне было плохо, значит, ты никогда не дашь мне возможности рассказать, как мне было хорошо. Потому что мне всегда хорошо. Кто-то понял глубину того, что я сейчас сказал? И поэтому мы никогда не видим друг друга побеждающимися, плачущими, падающими, встающими. Мы зомби, мы зомби. Аллилуйя, Господь есть царь. Мы на небесах посажены. А сегодня, а хрен сегодня, завтра будет лучше. Живые христианские зомби. Потому что у нас нет ничего иного. А сегодня, о, Господь, сегодня.
Вот почему религия меня терпеть не может. 5 минут, и мозги уже на стене. Стекли. А? 5 минут! И уже можно говорить аминь, и все что-то для себя взяли. Почему? Потому что церковь... Я понимаю, почему малое стадо. Потому что пастор любит правду. Потому что пастор говорит о правде. И кукольный спектакль, люди, переодетые в марионетки, люди, переодетые красивые, они не вмещаются среди тех, которые все видят насквозь, всех видят насквозь, все понимают. Я даю тебе свободу. Я не даю тебе свободу грешить. Я даю тебе свободу открыто воевать с грехами. Я даю тебе свободу иногда ошибиться, потому что я точно в такой битве. Я не имею права осуждать моих братьев и сестер за ошибки, которые совершают все, включая всех епископов. Просто они научились прятать все. Создали общество секретное, где никто ничего не знает, и все покрыто ложью. Я ненавижу то, что мы создали церковь. Я знаю, у Иисуса было все очень просто. Блудница, вот она, бабам. И никто ей консультацию не преподавал перед тем, как ее простить. А сколько было? А куда? А с кем? А где? А с... О. Он простил блудницу. Знаете, что меня шокировало? Слушай, знаете, что меня шокировало? Он простил блудницу, не просившую у него. Нет, вы не поняли меня, церковь. Вы не поняли меня, какой наш Бог. Мы думаем, мы должны ползать, ползать. Господи, Господи, ну когда-нибудь прости меня. И он простил блудницу не бывшую. Employed right now. То есть она аппликацию на другую работу еще не заполнила. Вот такой мой Бог. Вот такому Богу я служу, который видит все мое дерьмо и любит меня. Который все мое дерьмо и любит меня. Который знает мой каждый больный день и любит меня. И ты думаешь, я буду требовать от тебя что-то, что Бог не требует от меня? Он любит меня сегодня! Таким, какой я есть! Почему? Для кого ты играешь роль победителя и им не являешься? Зачем? Как тебе... Как у тебя дела? Хреново! Молодец, брат. У меня есть возможность помолиться за тебя. А когда у тебя все, слава Господу, брат! Я не знаю, как на это отвечать. Напрашивается только аллилуйя. Христианский словарь. Когда тебе спросят, как дела? Отвечаешь, опция 1. Слава Господу. Опция 2, такой не существует. В реальности я не могу лично открыть всего, что со мной происходит. Я понимаю, это не надо никому тут ползать и рассказывать все. Я говорю о том, что будь реальным и признай себя. Да, я ошибался, и прикинь, меня Бог любит. А ты ошибался, играешь роль, и ты в кошмаре. Ты в большем кошмаре, чем я, хотя мы грешим одним и тем же грехом. Ху-ху! Ты не понял меня. Церковь, наверное, слишком взрослая, чтобы слушать детские темы. А отсюда, дорогие мои, все и начинается любовь папы к тебе, даже с грязной задницей. Алло! Ты когда-нибудь выкидывал ребенка, который упал, сделал Шкоду? Так это ты! Наш тебе не отец, он не знает, в каком футляре ты живешь. Он не знает, что ты окружен бесами, демонами. Он не знает, что ты окружен социальным обществом, которое просто живет, чтобы убить. Чтобы ты стал следующей жертвой завтра. Сегодня. Бог не знает. Мы абсолютно понимаем. Поверьте, я не пытаюсь сейчас благодатью сгладить грех или огонь ада. Нет. Ад будет для тех, кто не раскаялся. Я говорю о том, как жить христианину сегодня, потому что у него никогда нет завтра и уже давным-давно нет вчера. И все, что у меня есть, это мое сегодня. Если я с ним не разберусь, будущего у меня и у тебя нет. А мы сегодня всегда откладываем на завтра. И вот мне уже 40 пип лет. И у меня все еще светлое будущее впереди.
Вы знаете, сколько я с дедушками разговаривал, которым по 70 и старше, в церкви прожившие всю жизнь, и они смотрят в светлое будущее. У них ажиона очень тусклая. Но они все равно туда смотрят, потому что никогда не справились со своим сегодня. Я не хочу быть таким. Всю жизнь прожить и в конце концов даже не знать, спасен ли ты. Потому что всю жизнь играл роль того, кем ты не являешься. Знаешь что? Непризнание своей ошибки — это значит, ты не ведешь чистый, здоровый диалог с отцом. Это значит, ты никогда не дал ему эту проблему решить. Ты никогда не пустил его в эту темную сферу, пытаясь угодить ему. Завтра, папочка, я попытаюсь сделать что-то так, что этого не произойдет. Кто-то со мной? А папа говорит, произойдет, потому что я в этой ситуации должен быть, а не ты. Мы вместе должны быть в этой ситуации. Я эту ситуацию допустил в твоей жизни, чтобы ты впустил меня. Я создал ситуацию в каждой жизни из вашей, детки мои, говорит папа, чтобы в этой ситуации ты сам не справишься. Эта ситуация будет требовать меня, и таким образом мы познакомимся с тобой. Отвергая боль, ты отвергаешь место знакомства с победителем Иисусом Христом. Кто-то со мной, нет? Нам необходимо понять, что жизнь, что это жизнь, и мы не можем ее контролировать или подогнать всех под себя вокруг. Вы заметили, как мы просыпаемся с вами? Просыпаемся. И вот оно, долгожданное завтра, которое сегодня. И у нас в голове планы, которые должны все должны пройтись вот так, сказать мне это, улыбнуться здесь, открыть дверцу так и заметить, все идет не по твоему скрипту. Потому что я люблю жизнь, она всегда тебе тыгу покажет. Знаете, почему я люблю жизнь? Она всегда тебе шиш покажет, потому что жизнь идет так, как жизнь идет. Потому что, проснувшись от другой, у него другой сценарий был в голове насчет тебя. Алло, здесь есть реальные? Или кого-то мой пот и крики опять отгоняют? Смотри. У некоторых кошмары от того, что они хотят контролировать жизнь. Мой муж, козел, когда эта тварь будет жить по моему сценарию? Моя жена. Живем вместе. Для тонких умов. Когда она сделает так. Вы знаете, жизнь, вы знаете, у нас больше кошмаров от того, что мы мучаемся, пытаясь сделать жизнь вокруг по сценарию в своей голове. И вот выйдет пророк. Помните сценарий одного в голове? И возложит на меня руку. И жизнь ему скрутила шиш. Она сказала, пойдешь в речку Вонючку Иордан. Кто был на Иордане, знает, о чем я говорю. В самое большое ее время она течет по пояс. Тогда она текла. То есть ему нужно было реально отжиматься, чтобы утонуть в воде. 7 раз. Это было грязное, потому что там несло ее. Этот сезон, в который это был совсем уникальный сезон в Израиле. Дорогие, я был на этих местах, читал историю этого всего. Это было уникально. Бог специально сделал так, абсолютно не по сценарию этого главнокомандующего. Да? И выйдет пророк. Да, он даже пророк не вышел. Выбежал какой-то слуга, перепуганный. Вытащил кисляки и сказал, пророк сказал, что это, там видишь лужа? 7 раз туда и аллилуйя, ну все, с Богом. Я вам честно говорю, не состоялся кино. Мы лучше истратим всю нашу жизнь на энергию, на наш имидж, чем признаем реальность жизни такой, какая она есть. Я лучше буду работать на имидж, все нормально, пока у меня все вылазить не начнет, прорываться, трескать, взрываться. О, ну вы понимаете, мы все это заклеиваем лентой, заклеиваем этим дактейпом, скотчем, все клеим на день, это все нормально, Господь царь, а там уже дьявол ломится через дверь, какой Бог царь. Не переживайте, мы вместе... Господи! Все рвет по швам. А мы пытаемся держать наш христианский имидж. Нашу правильную речь.
Вы должны выглядеть правильно. Фу. Мы жертвуем все, пытаясь создать наш образ и имидж, чтобы не быть отвергнутым тем обществом, которое не имеет значения. Все, что на тебя и на меня имеет значение, это мой отец, который меня любит, зная больше, чем ты обо мне. И поверьте мне, ты знаешь мои слабости, он знает все мои слабости. Ты знаешь, видишь мою боль иногда, потому что я даю это увидеть, я не прячу это, но он знает всю боль, даже когда я говорю, он знает боль. Так почему мы с вами играем роль? Зачем тебе важно мое мнение? Зачем тебе важно мнение твоего соседа, которое не имеет значения ни на что? Он тебе не поможет, он тебе не... Ничего он не может добавить или убавить из своей жизни. Вся наша жизнь сосредоточена на образ, работающий вокруг нас, но не на Бога, который всегда видит нас такими, какими мы есть, и любит нас сегодня. Бог тебя не любит завтра, он любит тебя сегодня, потому что завтра нет. Завтра никогда не будет. Кто-то понимает, что завтра нет? Это иллюзия твоего сознания, которая обманывает тебя же. Да. Ну хорошо. Я хочу, чтобы ты сегодня сбегал в завтра, вернулся и сказал мне, как там дела? Ты понимаешь, что завтра нет? Завтра будет сегодня. И сегодня будет сегодня. Через минуту, через 3 секунды будет раз, два, сегодня. На твоих часах даже секунды отсчитывают твое сегодня. Все, что ты делаешь, ты думаешь, это завтра. Ты сегодня, 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 сегодня. Это секунды на твоих часах. И секунды поскакали. И ты скачешь вместе с ними, поверь. Только подумайте, сколько мы тратим энергии, пряча слабости, чтобы защитить себя от мнения людей, которые не имеют никакого значения для нашей жизни, победы, спасения и вообще вечного существования с Иисусом Христом. Можешь себе представить, при всех своих кошмарах, ужасах, ты уже посажен с Иисусом на небесах. Вы знаете, мы знаем друг от друга правду. Бог знает о нас истину. Что такое правда? Правда — это ситуация на данный момент. Истина — это твой заключающий номер. Почему я верю не тому, кто говорит мне правду обо мне, какой я осел? Я говорю, я верю Богу, который знает обо мне истину. Ты знаешь мою альфу, он знает мою альфу и омегу, поэтому я верю тому, у кого истина, мой заключительный вариант меня. Поэтому, когда ты видишь меня, ты всего лишь видишь правду. А когда Бог видит меня, Он видит всю истину, не обращая внимания на правду, через которую я еще прохожу и пройду. Поэтому никогда не доверяй тому, кто тебе всего лишь подходит и говорит правду. Потому что он говорит правду, но он не знает истину. А я верю тому, кто знает истину, кто держит истину в своей руке, кто является истиной. Если мне истина сказала об истине, что ты переживаешь? О чьем мнении ты переживаешь? Меня все отвергнут быстрее. Это значит, в том обществе ты точно не должен быть. Или меня признают такой, какой я есть, помогут мне. Или, честно сказать, я не собираюсь играть эту роль для тебя, потому что, поверь мне, какой бы ты великий ни был, ты этого не достоин. Чтобы я наряжался для тебя каждый раз и выучивал скрипт. Так, подойдет Татьяна, что я ей скажу? Смотрите, что говорил апостол Павел. Павел? Это бомба. Все согласны? Вы знаете, что Павел через все свои письма признает буквально в каждом свою слабость? Не говорю, чтобы я уже достал. О, жало в моей плоти. И он всегда что-то говорит о слабости. О, сатана помешал мне. Какой он великий. И не смог я прийти к вам. Извиняюсь. Не получилось. Ты же великий апостол, что у тебя там не получилось? А вот так, жизнь такая. Мне нравится Павел. Он никогда не играл роль. Смотрите, что он пишет в 1 Коринфянам 9 глава, 26 стих. 9:26. Перед этим он пишет, я не говорю о том, чтобы я уже достиг, помните, да, это место? Он говорит, я не говорю, что я достиг. Но он, и дальше он пишет, он говорит, 1 Коринфянам 9:26. Потому бегу я не так, как тот, кто не видит цель, и веду свой кулачный бой не так, чтобы попусту бить воздух. Нет, подобно атлету, я не щажу свое собственное тело, слушай сюда, тело, и его порабощаю, чтобы возвестить благую весть другим, слушай сюда, чтобы возвестить благую весть другим и самому не оказаться отвергнутым. Ты же великий апостол Павел! Как ты можешь оказаться отвергнутым? А вот так он говорит, я еще в битве.
Я признаю свою слабость и то, что я могу пролететь. Смотри, ну что он пишет в другом месте? Павел. У нас нет времени читать все. Пару мест захвачу, таких уникальных. 2 Коринфянам 12 глава, 7 стиха. 2 Коринфянам 12, 7. И чтобы не превозносился я, представляете, как надо было быть крутым в своих глазах, чтобы Бог тебе жало загнал. Это мы тут с вами у порога дома, Господи, у порога. Разберись, с какой стороны. Порог — уникальная вещь. Потому что, Бог мой, порог — это очень тонкая линия, и я около порога быть точно не хочу, окей? Потому что, кто его знает, там сквознячком выдует не туда. Поэтому уникальная позиция. Я понимаю твое суперсмирение религиозной душонки, но извини меня, если отец называет меня победителем и сказал, что он меня любит и не оставит никогда. Я доверяю больше ему, чем твоему порогу, который я даже не знаю, есть ли там пороги. Я знаю, там ворота есть. Пороги. Уникально это. А номер двери какой? Динь-дон. Открывается дверь. Ты кто? Дед Пихто. Религиозное представление. Ну, Господи, я вот потрудился для тебя, и ангел там прочитает тебя, чтобы тварь тебя, пустить тебя или не пустить. Хорошо. Еле-еле, как головня из огня, залетай. Это надежда на будущее. Ладно, хватит с образами. 2 Коринфянам 12:7. Чтобы я не превозносился безмерными величными полученными мною откровениями, дана мне вплоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Павел открыто говорит, что у него мордобой каждый день. Он тебе доказывает, что... Я встаю и говорю: Господи, ну может сегодня отпустит меня эта зараза? Бог говорит: нет, эта зараза охраняет тебе твою душонку. Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превознесения. Слава Господу, у кого-то нашлась мудрость понять, для чего что-то происходит в жизни его. Господи, истязают душу мою праведную. Бесы окаянные. Спаси меня, Господи. Смотри. Ну, здесь не секрет, это так. Весело. Смотри. Это и удерживает меня от превознесения. Трижды Господа я просил. Я уверен, что и ты, и я просили больше, чем 3 раза. Чтобы избавил меня от всего. Но ответом мне было: довольно тебе благодати моей. Можешь себе представить? Для тебя есть мера благодати. И все, что ты себе в голове придумал, ты не все получишь. Ой, на наши харизматические мозги упала бомба. И раздавила там что-то. А нас научили, мы все завоюем, мы все возьмем, аллилуйя. Все затопчем и затопчем, завоюем и возьмем, топча все. Аминь. А он говорит: довольно с тебя благодати моей. Господи, так что не все мое? Он говорит: нет, к удивлению, нет. К удивлению, есть части жизни, которые так и останутся в тебе. А я думаю, завтра придет свобода. Нет, тебе нужно согласиться и жить сегодня. А, это для взрослых людей. Остальные все продолжайте освобождаться. Нет, реально, продолжай освобождаться. Но если через 15 лет у тебя ничего не получается так, ну, как хотелось бы, тогда есть опция номер 2, о которой мы скажем в следующей проповеди. Люблю я делать, как проповедники делают. Смотри, довольна тебе благодати моей. И здесь секрет. Скажи: секрет. Секрет. Смотри, секрет. Ибо сила моя... Смотри, это Бог продолжает. Он не просто говорит: а, довольна тебя моей благодати. Окей, побежал. Нет, он продолжает. Ибо сила моя в полноте своей проявляется в тех... Слушай, стоп. Сейчас пусть не прочитает твой брат Андрей. Пусть прочитает Андрей. Окей? Потому что брат Андрей, ты уже знаешь наперед всю Библию, и ты уже, у тебя в мозгах они промыты религией, и ты уже ничего не услышишь. Поэтому читай, как будто ты не читал Библию никогда. Ибо сила моя в полноте. Скажи: сила в полноте. Кто хочет силу в полноте? 15 человек. К вам мое слово. Кто хочет силу в полноте? Некоторые ноги подняли. Молодцы, верю.
Верю. Ибо сила моя в полноте своей, и здесь секрет, проявляется в тех, кто немощь свою осознал, не победил. И если бы ты понял, что это был ключ ко всей теме. Осознал. Ты хочешь, чтобы вся сила обитала в тебе? Ты ее без Иисуса не победишь. И если я без Иисуса не могу победить, я ее просто признаю. И в признании Богу, что я немощен, обитает во мне вся сила Бога. Если бы ты только понял, что я сейчас сказал. Большинство христиан живут в заблуждении того, что сила будет обитать в тебе, когда ты победишь. Ну скажите мне, все, всех, всегда, каждый день, каждую секунду я вообще Люцифера буду побеждателем. А Бог говорит, твоя не сила, а силища в том, что ты признаешь, что ты глиняный сосуд, в котором я помещаю мое сокровище, и сокровище — это не глиняный сосуд. Глиняный сосуд просто ходит и говорит, да я глиняный сосуд. А оттуда как даст? И все говорят, а ты вроде не глиняный, а ты знаешь, что ты глиняный. Там трещина такая глиняная, что ё-моё! Некоторые люди говорят, откуда у тебя это? Я вам открою секрет. Секрет, я не все победил. О, я пытаюсь, о, поверь мне, я лезу, я стремлюсь, я махаюсь этим мечом. Но дудки! Бог дает мне то, что Он мне дает. И вы видите эффект того, что Он мне дает, не потому, что ты все победил, а потому, что я всего лишь научился признать свою боль. Свою немощь. И в признании немощи Бог доверяет тебе. Почему? Потому что я, когда все победил, я буду говорить, теперь я достоин твоего употребления, а ты никогда не будешь удостоен. Поэтому, когда ты признаешь эту вещь сейчас, ты будешь шокирован, что Бог доверит тебе. Ты всего лишь встанешь и скажешь, Бог, все, что побеждено, побеждено тобой. И все, что не побеждено, еще не побеждено тобой. Кто-то понимает разницу? Но я живу сегодня, признаю мою боль, и в признании боли доверяется великая слава неба, урожай, жатва, которая не снилась тебе, дары и помазания, которые другие не знают откуда. А Павел дает секрет. Еще раз говорю, секрет, вот он. Ибо сила моя в полноте, не сюсюнь, как у харизматов, сюсюнь. И хватит. Проявляется в тех, кто немощь свою осознал. Наша проблема, что мы сегодня не осознаем нашу немощь. Нет, 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 нет. И ты живешь во лжи и в заблуждении, в иллюзии. А я сижу и говорю, знаешь же, Бог, я вырос, чтобы сказать. Ага. Упс. Еще есть слово. Господи, я не говорю о том, что ты наглеешь, как тварь, и творишь, что хочешь. Я не говорю об этих христианах вообще. Я говорю о людях, которые влюблены в Бога. И каждая ошибка достает им слезы и раны, и они не хотят этого. Но без Него ты не можешь, Библия говорит, ничего. Не победить, не удержать победу. Ничего. Поэтому все, что от меня требуется, признать себя глиняным сосудом, а не золотой отполированной чашей Господней, через которую изливается река Его славы. Бог мой, успокойся. Секрет. Ибо сила моя в полноте проявляется в тех, не в том. Это не было сказано насчет Павла. В тех. Это множественное количество. Павла тогда нам вы не называли. В тех, кто немощь свою осознал. И потому, и смотри, что говорит Павел. Павел говорит что-то, что вынесло мой мозг несколько лет назад. И он говорит, некоторые до сих пор не понимают это место. Поэтому я буду охотней всего хвалиться своими дырами, своими немощами, чтобы сила Христова пребывала во мне. Павел, ты сошел с ума. Он говорит, знаешь что? Я тебе докажу. И чем больше я доказываю тебе, что я человечнее, тем больше через меня течет божественнее слава. Кто-то понимает? Чем больше я человек, тем больше через человека может явиться Бог. И никогда не воздать глиняному треснутому сосуду славу, зная, что это Бог. Кто-то понимает о чем? Бог мой, если ты возьмешь этот ключ сегодня, ты другим уйдешь.
Ты скажешь, это что, всего? Полюбить себя сегодня и признать небо? Признать? Господи, что ты раньше мне это не сказал? Столько лет. 40-дневных постов. Столько лет изнеможений, кошмаров, миссионерских поездок, чтобы завоевать твое мнение и твое удовлетворение, Господи. Господи, мне это вообще ничего не надо. Мне нужно твое признание, что ты глиняный сосуд, и им всегда будешь. И он говорит, тем более, слушай, и я буду охотнее всего, это Павел говорит, это я не шучу, хвалиться своими немощами. Павел, ну ты как-то выглядишь перед людьми неправильно, пора уже немощи победить. Пора уже выступать как великий апостол Церкви Христовой, чтобы все смотрели на тебя как на пример, да, как на лживый пример, который невозможно достичь. А я тебе говорю, ты можешь достичь все, когда ты будешь послушен своему отцу и просто признаешь, кто ты есть, и все. Признаешь себя сегодня, полюбишь себя сегодня и скажешь, что есть, то есть. Завтра лучшего варианта не предвидится! Кто-то это понимает, да? Что версии, а это версия 1.0. Не будет 1.0.2. Обновили прошивку. Нет, завтра буду я. Обновили новую версию Андрюши. Завтра буду я. Потому что завтра будет опять сегодня. Павел неоднократно публично признает свои слабости и немощи. И не просто признает, убеждает всех, что эта сила обитает в его слабости. Чего? Апостол Павел открыто говорит, что у него не все схвачено и не все так, как хотелось бы. Представляешь, апостол Павел, который чудеса совершал, да мы мечтаем о том, в чем Павел жил один день. Видел чудеса, да его убить нельзя было. Он воскресал, он вставал, не важно, что там кошмар, что с ним происходило. Это настоящий терминатор. А вы там рисуете какие-то фильмы, там, опять I'll be back. No, one day he won't be back. Окей, ладно, отдельная тема. Вот в чем вопрос. Можешь ли ты любить меня таким, какой я есть? Можешь ли ты принять меня таким, какой я есть? Могу ли я иметь слабость и боль и не потерять своего уважения и любви ко мне? Это Павел. Могу ли я тебе рассказать, что у меня есть жало, посланник сатаны. Прямо сейчас, во время того, как я учу Вселенскую Церковь, во мне жало от дьявола. Можешь ли ты признать что? Но именно признание этого дает Богу полное употребление этого сосуда. Потому что этот сосуд ничего на себя не берет. Ничего не пытается доказать. А вот сделайте, как сделал я. Получите. А он говорит, все могут сделать, как я. Признать свою боль. Открыто поделиться о том, что... Извините, церковь, но если вы думаете, что здесь кумир стоит, вы глубоко зашибаете. Да, зашибаетесь. Да. Зашиблись, все зашиблись. Если думаете, что здесь какой-то стоит... Идеал, Бог мой. Я понимаю, что тебя привлекает аспект помазания, но не забывай, что перед тобой стоит треснутый глиняный сосуд, который, если себя не будет держать в руках, то треснет основательно. И помазание достанется кому-то другому. Кто-то понимает, что... Не переживайте. Бог не делает ставку. Вот ты, и только ты, и без тебя ничего. Осторожно. Мы сами своими руками создали совершенный христианский кружок. И самое смешное, что создатели этого кружка в реальности не подходят по стандартам, которые собственноручно утвердили и постановили. Люди, которые писали законы кружка, христианского святого кружка, если их обнажить, никто из них не подходит и не достоин жить в своем же кружке, иметь мембершип в своем же кружке. И когда я от одного религиозного человека к другому религиозному человеку в свою еще молодость побегал и задавал вопросы прямо, я говорю, скажите мне, брат Пип, я говорю, вы не грешите? Ну, брат, такого никто не может сказать. Я говорю, а почему вы проповедуете о безгрешности и грешите? И здесь он в ступоре, потому что никакой секунд не подходил к нему и не задавал этот вопрос.
Я говорю, брат, а почему вы говорите о абсолютной святости и достижении и говорите, что никто не достоин? Вы же мне только что... Ну, ты понимаешь, кто-то должен, знаете, и у него начался танец религиозного человека, называется пипи-дэнс, знаешь? Отпусти меня! Отпусти меня! Я говорю, ладно, уходи, к другому диакону побежал. Брат, а вы полностью не грешите? И когда я пробежался по нескольким церквям, по верхушкам всех церквей, оказывается, все грешат, просто никто никому не рассказывает. И я тогда не понял, а что вы мне не разрешаете грешить? И я не понял. И вы знаете, у меня просто начался какой-то такой несостыковочка. Поэтому я сказал, Господь, там, где буду я, во-первых, буду знать, кто я. Никто не будет прятать свое резюме. Поэтому, когда на видео там выпускают ролики, говорят, он ужасный, я говорю, слушай, ты мне позвонил бы, ролик бы круче был. Потому что какой ужасный, ты даже не знаешь. Okay? Ты все, что ты там сделал, это даже детские нарезки и то брехливые. Я бы тебе дал настоящее мясо. Придумали. Но знаете, почему меня это не интересует? Потому что все мои грехи покрыты кровью. Поэтому я могу говорить о них, как о прошедшем варианте. Кто-то понимает? Когда ты боишься открыть, это значит, что ты и твой грех одно. Могу ли я иметь боль и рану и помогать к тем в худшем состоянии? Вот настоящая картина людей. Вот она, настоящая картина. Могу ли я иметь рану, которая еще не исцелена, и помогать тем, у кого состояние еще хуже? Можешь ли я позволить иметь жало в своей плоти и служить тебе даром, и Иисус Христос будет литься через меня, потому что я ничего для себя не беру? Любое все, что хорошее истекает, это только Он и только через Него, и ничего не принадлежит плоти и крови. Давайте позволим друг другу быть такие, какие мы есть, Димя Церковь. Болит, болит. Давай помолимся. Болит, еще болит. Не сдавайся. А когда вся церковь не болит, аллилуйя, все нормально, что ты имеешь в виду? Слава Господу! И вы знаете, как манекены в церкви. А ты знаешь, там не то, что болит, там уже все оторвало. Думаешь, интересно, насколько его хватит играть эту роль? Мы боимся быть реальными, потому что раньше, когда мы попытались рассказать все как есть, нас просто-напросто ранили, вышвырнули лидеры христианского кружка, которые всего лишь сшили для себя камуфляж, который закрывает те же дыры, как и меня и у тебя. Мы просто сшили камуфляж. Ты просто в этой игре не профессионал и вовремя блок не поставил. Ай-я! И мы про твою хрень узнали. Поэтому, знаешь что, брат, ниже, ниже, ниже. На! Аллилуйя за Христа! И брат летит и не понимает, что было, только боль в попе отдает понимание, что куда-то лечу. Далеко лечу. Потому что сейчас узнали просто от, у меня то, чем занимаюсь я вся церковь по секрету. Ну, кто-нибудь со мной согласен, или я тут один что-то себе придумал, космос. Бог мой, да это наша жизнь, церковь. Кто-то должен это признать, раскрыть, убить. И сказать, ребята, будьте реальными, перестаньте морочить себе голову. Ты мне нравишься, да, когда у тебя плохие дни, потому что я хотя бы знаю, что у тебя они есть. А когда я с тобой 5 лет здоровался, ни одного плохого дня, что-то тут не то. А ты не робот часом? А что, планета может быть заселена роботами, кто его знает? Киборгами, киборгами. Ага, христианские киборги. Все схвачено, они все знают. Кошмар камуфляжа имиджа заключается в том, что если я не переживаю боли и проблем, то я не переживаю радости и победы после этого. Наслаждение жизнью я тоже не переживаю. И теперь мы существуем, как живые мертвецы, которые не способны переживать ни боли, ни радости. Просто существуем. А что ж, брат, ждешь? Пришествие жду. А что мне еще ждать? Поем о пришествии. Говорим о пришествии. Потому что у нас ничего не происходит. Только посмотрите на религиозных людей. Вся жизнь — это ад на земле, ложь и двойные стандарты. Там никакой радости и счастья. Там просто все доживают свои лживые жизни до пришествия. И уникально то, что, задавая вопрос этим людям, они даже не знают, спасены ли они.
Брат, а ты вот ты проповедуешь, вот это уже 15 лет за кафедрой, а ты уверен в своем спасении? Ну, брат, так никто не может говорить, это один Господь рассудит. Так подходишь к невесте, вот у меня вот дочка, да, ну, она учит класс, она подходит, да, она замуж скоро выходит, да? И я говорю, слушай, доченька, ну, ты вообще уверена, что ты, ну, избрана? Да кто его папа знает? Все может измениться. Чего? Это он такой неуверенный? Это значит, мой Христос такой потерянный, что он даже не знает, ты ли, а может не ты, а может она, а может и вообще никто. То есть прикинь, какого Бога рисует религия. Бога, который не знает вообще. И невеста сидит, она даже не знает, кто его знает. Ну как бы надеемся, придет в двери любимый, а может и кому я нужна. Это отверженность невесты. Она такая религиозная, такая зашуганная баба. Она вообще не знает, что происходит. О, Боже, держи меня. Happy Father's Day. Аллилуйя. Мне хорошо. Если ты мучаешься, мне тяжело насчет тебя. Потому что, честно сказать, я никому не дам испортить мой хороший день. Никому. И то, что я пастор, меня вообще не интересует. Я свое дело делаю, учу тебя. Но я живу счастливой жизнью сегодня. Я люблю моих деток сегодня. Я наслаждаюсь моей женой сегодня. И сегодня мы еще что-нибудь куда-нибудь как поедем, как наедимся чего-нибудь хорошего. Вы понимаете? Я вообще, мне так нравится жить сегодня. Я не знаю насчет твоего сегодняшнего дня. Никто не пригласил. Никто не... Каждый день рождения — это ад сплошной. Никто не поздравляет и не приглашает. Я не знаю насчет твоего дня. Мне хорошо. Ненависть к реальной жизни обрекло детей Бога жить двойными стандартами и лжежизнью, в которой нет никакой радости, никакого наслаждения. Большинство просто существует и доживает свои кошмарные христианские лжежизни этого христианского кружка. Выйди из христианского кружка. Если тебя, слушай сюда, не признают такими, какими ты есть, живя такой же жизнью, как ты, общаясь среди таких же бесов, атак, давлений и кошмаров, как ты, и они живут якобы другой жизнью, извините, не верю. Не верю. Живем одно, дышим одним кислородом, у всех на ногах те же сандалии, те же касаются той же самой пыли, о которой Иисус говорил, что всем нам нужно будет ноги мыть. Не надо мне рассказывать, что ты такой весь такой, у тебя есть блоки от атак сатаны. Ха! Нету. Ха! Блуд не подойдет. Финансовая зависимость. О, там гордость. О! Обмундирование Христа. Одеваешь ли ты его каждый день? Обмундирование. Там еле-еле шлем надел наоборот, и уже победа. О, Господи! Глаза там где-то не туда, и ты проснулся, и там одевал кувалдой тебя там. Бэнь, бэнь, бэнь. У тебя колокольный звон в мозгах. Ты не успел там ни обувь одеть, ничего, там еле-еле прикрыл срам и шлем одел. И на работу унеслась. И уносят меня три белых коня. Я могу картину нарисовать лучше, чем фильм. И даже в кино не ходил и 3D-очки не одевал. Аллилуйя. Ну скажи, тебе хорошо? Да потому что мне хорошо. А прикинь, здесь бы стоял какой-то смехотворство, тварь. А зачем тогда в меня Бог ржаку засунул? Зачем? Чтобы издеваться на тобой, чтобы я ходил и... А мне это дал, чтобы я это испытал. И испытал. Мне нравится, поэтому я делюсь со всеми вокруг. Поэтому хихикай для Иисуса Христа. И живи свободной жизнью. Иисус тебя и меня любит таким, какой ты есть. Я работаю над собой, но Он любит меня сегодня с моими недоработками. Такой, какой есть. Все потому, что в христианском кружке все делается ради мнения и одобрения человека. Зачем? Зачем мне одобрять этого брата Степана, Андрея, Сережу? Зачем мне их одобрять?
Зачем тебе вообще завоевывать мнение кого-то, кто не имеет значения? Ну это же брат, брат, какой брат? Такой же самый сосуд. Нет, неправильно, сосуд. Сегодня будут сосуды. Кто с пятидесятников? Че, только 5 человек, что ли? Как мы с вами отжимались, когда говорили, в эту субботу едут сосуды, чтобы все были на служении. А у тебя сегодняшний день самый хреновый. И ты идешь, и сосуды, и ты смотришь, сосуд идет прямо к тебе. Кто-то испытывал ад мучительной души, и ты не знаешь, на кого он смотрит. Ты уворачиваешься, а он к тебе идет. И ты писать, и какать, и что там только не приспичило. А сосуд идет к тебе. Бог мой, я переживал страх, который я в жизни не переживал. На меня 5 человек избивали, я больше себя мужественнее чувствовал, чем сосуд, когда шел на меня. Господи. Какая-то бабуля идет, 1 метр с кепкой, знаешь, а ты там, бедный, не знаешь, что делать. С днем Пятидесятницы. Аллилуйя. Я говорил сегодня хорошо, вы говори. Хорошо. Все делается ради мнения, одобрения. И теперь представь, в чем я себя ловлю. Стены, которые я построил для того, чтобы охранить себя, стали для меня тюрьмой христианского строгого режима. И теперь я даже пришел в свободную церковь. И я хожу с этой стенами, потому что я привык, что меня ненавидят, не признают, бьют, плюют. Да я нормально, дорогие мои, давайте поймем, давайте научимся хотя бы в центре трансформации всех принимать и всех любить. Неважно, с чем ты воюешь, потому что я знаю, что с чем-то ты воюешь. Потому что я с чем-то воюю. Это жизнь. Я решил не лгать, а просто ее признать. А Бог знает меня. Я к свободе готовен когда угодно, к любому уровню свободы. Но это моя боль. Я думал, она меня будет, вы знаете, стеснять, когда мне не открыл Дух Святой место, о котором говорил Павел. А оказывается, эта боль, наоборот, стала силой для меня, показывающая человечность, чтобы божественность могла течь. Вау! Я понял, Бог... Вот это так просто! Он говорит, да, сынок, все гениальное, очень просто. Свергни правила и законы христианских кружков. Умоляю тебя, все, кто тут смотрит нас, свергни христианские кружки. Живи свободно, если тебя не признают таким, какой ты есть. Дорогие мои, ты не хочешь превратиться в зомби, которого контролируют и уничтожают. Ты теряешь жизнь, живя ради кого-то, кому плевать на тебя, когда он узнает в реальности, кто ты. Поэтому быстро открыл реальность и побежал. Был брат среди нас. Мы его похоронили. Мне задают часто вопрос. Уникальный вопрос. Вы знаете, я раньше его как бы так... игнорировал, а потом начал обращать на него внимание. Знаете, по миру ездишь, много людей, иногда очередя выстраиваются, просто там поговорить с тобой, спасибо сказать, там сфотаться там и вопрос задать. Люди задают один вопрос. Почему люди уходят из церквей? Правильный вопрос. Вы знаете, сейчас, на данное время, это целая эпидемия. Из всех церквей, разных деноминаций, люди просто уходят. Уходят, уходят и уходят. Я сначала думал, да, ну это только уходит. А потом я заметил, что реально ряды пустеют, церкви закрываются, люди просто перестают служение существовать. И потом Дух Святой начал мне говорить такую интересную вещь. Наверное, потому, что от них требуют фальшивую роль, которую они играть не хотят. Заметьте наше общество сейчас. Заметьте, что даже телевидение 15 лет назад было абсолютно другим. Заметьте, дорогие, что журналы раньше были абсолютно другие. Сейчас нас привлекает именно реальность.
именно реалити-шоу. Нас больше не волнует кукольные наигранные спектакли. Я вам большинство даю гарантию. Больше здесь людей любят на телевидении реалити, реальность, шоу про животных. Вот в реально снимается. Шоу там, например, про каких-то там вещи, изобретения. Что бы ни происходило, там какие угодно там приколы. А это реальность, это жизнь. И я уверен. Вы знаете, почему это? Потому что это поколение требует реальность. Поэтому Голливуд не дает больше то. Голливуд не дает и потом подседает. Нет, Голливуд всего лишь поставляет то, что поколение требует. Кто-то понимает о чем? И поэтому, дорогие, церковь, вовремя не перестроившаяся на реальность, потеряла свой приход. Кто-то понимает о чем? Церковь, вовремя не перестроившись на нужды людей и на понимание того мира, который вокруг нас, который уже, извините меня, 20 лет назад мир вокруг нас был совсем другой. Дорогие, мы сейчас изобретены наркотики, употребление которых через месяц может сжечь полностью твой мозг. Полностью. 20 лет назад такого не слышно было. Сейчас изобретено через химические процессы такие вещи, которые с тебя просто квашню сделают. Дорогие мои, что я слышу из свидетельств людей, это просто уникально. Дорогие, телевидение на том уровне было. В соцсети ничего этого не было. Сейчас публика требует, церковь требует реальность. И те, кто быстрее начнут говорить реально, не надо ничего придумать. Говори о реальности. Ты увидишь, как твоя церковь будет набирать рост, ход, популярность и успех. Потому что с тобой будет Бог. Потому что Бог среди тех, кто реальный. Который любит реальность, который не прячет ничего. Поэтому, когда я говорю, знаешь, почему люди говорят, откуда он так знает, через что я прохожу? Да потому что я точно такой, как ты. И я просто решил не рассказывать сказки, а рассказать про себя. И поэтому, когда рассказываю про себя, ты слушаешь, говоришь, интересно. И он через это проходит? Да. Потому что такой же самый глиняный сосуд. И все. Смотри. Гля, сколько помазания сегодня вышло с меня. Аллилуйя. Господи Боже, гляньте назад. У-у-у. А ты думаешь, пастор, это легкая работа. У, попробуй. Там елей где-то выступает. У нас тут, аллилуйя, много чего выступает. Все берем ради Христа. Елей и пот. Теперь мы создали общество, которое провозгласило великое будущее, мощный прорыв завтра, но полностью атрофированное к сегодняшнему дню, к тому, что происходит сейчас. О, у нас очень много веры во вчера. Еще больше у нас с вами веры в завтра, но проблема в том, кто ты сейчас. Можете себе представить, религия создала общество, которое принципиально не живет сейчас, у них у всех уже было или еще не настало? А я еще не настало. Вот мы ждем, когда настанет тот день. Вы знаете, там интересно, там даже псалмы такие поются. Когда придет, когда настанет, а сейчас хреново. Завтра ждем еще хреновее день. Это религия. Ну, я выражаюсь по-современно. Ну, в принципе, смысл один и тот же. Смотри, мы сами создали реальность, в которой сегодня ничего не достойно. Можешь себе представить? Я создал реальность, в которой, из которой я же себя исключил как победителя и того, кто наслаждается жизнью. Моя жена не такая. Да в принципе и я не такой. Мои дети лохи, денег у меня нету. Представь, я сейчас перечислю мою реальность, например, да? И ты просто скажешь, у тебя всегда чего-то не будет сегодня хватать. Кто-то понимает о чем? Дорогие мои, не должно удержать это от тебя, от наслаждения тем, что ты имеешь. Люби своего мужа недоделанным. Люби свою жену недомалеванной. Люби своих детей, которые еще не такие, как тебе хотелось бы в твоем фильме, потому что они никогда такими не будут, какими ты их представляешь. Я воспитываю троих. У меня тоже на коже каждого троих была великая destiny. Судьба. Для тех, кто не в теме. Великая судьба. А потом смотрю, вообще не то. Думал, сын будет это делать, это делает дочка. Думаю, а что сын делает? А сын делает вообще, что я не представлял. Потом думаешь, а интересно, а эта мелкая что будет делать? А, ну носится по этому. И, знаете, наглая такая. Знаете, мне нравится мое последнее дитё. Оно знает, чьё оно дитё. Оно даже ашером будет там, знаете. Группа порядка, она даже им вызовы бросает. Эй, бой. И ашеры такие, справьтесь с вашим ребенком. Ей нравится ее сегодняшний день. Я так понял. Ну, в общем, планы наши не состоятся, что бы ты там ни придумал. Может, наша самая огромная проблема в том, что мы перестали жить
До того, как ты уверовал. Вы заметьте, как люди рассказывают свои жизни до того, как они попали к Господу. Вот у нас была жизнь, вот мы жили, бухали, рыгали там, ай-яй-яй. И там, и я смотрю, люди рассказывают такой смаковинкой. Я понимаю, что они не смакуют от греха, они потеряли жизнь сегодня. И каждый раз, когда я, поверьте, у нас Transformation Center не состоит из святых. Я это знаю. Вы знаете, когда каждый иногда сидим, рассказываем, и люди, знаете, рассказывают тебе о прошлой жизни, каким захватом это рассказывается. А тебе интересно слушать. Кем же он все-таки был до того, как стал вареником христианским? Христианский пельмень, ничего не хотящий, ничего не могущий, ничего не идущий, никуда не идущий. Все, вот он сидит, сварился. Продолжай жить. Это, наверное, подобно покупке новой дорогой одежды, которую ты боишься сегодня одеть, сохранению для великого завтрашнего дня. У тебя было такое? Ты купил костюм, рубашку, или девушки купили там платье, и ты открываешь гардероб, уже слишком красиво для сегодня, и закрыла. Купила туфли, открыла. И закрыла. Не на сегодня. Сегодня тапочки. Представь, это прообраз. Это прообраз нашей жизни. У нас есть красивое, но мы не живем красивым. У тебя прямо сейчас есть во что, например, одеться. Я сейчас не говорю за одежду. Одевай то, что тебе комфортно и нравится. Здесь совсем не то, чтобы тебя пришли тут балерины сейчас. Но... не в этом смысл. Смысл в том, что, слушай, пусть не удержит тебя это от жизни. О, эта машина у меня рабочая. Да на Порше надо на работу ездить. Понял? На Ламборгини нужно съездить в Сейфвей закупиться. Ну и что, что багажник маленький, зато в стиле. Ое, уань. И пошел. 2 галлона молока только вместилось. Зато в стиле приехал и уехал в магазин. Дорогие мои, давайте научимся жить. Амин. У нас все вот так. О, эта одежда пойдет. Вот так вся наша жизнь. Просыпаемся и одеваем на себя все не то. Ну, и же, естественно, и день соответствующий получается. Те, кто убедили себя в великом будущем, буду заканчивать. Ложь номер один. Ну, я буду. Я иду. Я иду. У нас сегодня с вами праздничное служение. Amen. Но свидетельство не остановит меня от того, что я сказал то, что я хочу сказать. Послушай, пару последних мыслей заканчиваю. Те, кто убедили себя в великом будущем, никогда не будут иметь великого настоящего. Бэм. Ляп. Шмяк. Те, кто убедили себя в великом будущем, это значит, ты моментально исключил себя от великого настоящего. У тебя нет не то, что великого, у тебя будущего нет. Будущее, оно где-то там, и даже когда ты в будущем будешь, ты знаешь, что ты сейчас в будущем? Ты же когда-то сидел и говорил, настанет день, лето 2015 года, это будет мой прорыв. И тут сидит помидор. Прорыв уже настал. Ку-ку, ты в будущем. Или какая тишина. Потому что, ну ты имеешь в виду, сегодня-сегодня. Вот это я имею в виду, что сегодня это бывшее твое, вчера это было, и прикинь, как ты превозносил сегодняшний день. Ты же говорил, вот это будет мой день, вот это будет. Я думаю, что интересно, ничего здесь такого захватывающего и нету. Ой. Те, кто убили себя в великом будущем, никогда не будут иметь великого настоящего, потому что у этих людей синдром великого завтрашнего дня. Это недосягаемая вещь. Вы знаете, я благодарю моего Бога за то, что Он делает сегодня со мной через меня. Со всеми моими ранами, недостатками, слабостями, трещинами, как угодно называй. И мне не нужно мнение человека обо мне. Вы знаете, что я самодостаточный в любви к себе. Мне хватит любить меня, и мне не нужен кто-то сказать, ему не достает любви, с ним нужно поделиться немножко. И ты такой, заправился. Любовью. Пошел. Я самодостаточный в себе. Я люблю себя достаточно, чтобы не нуждаться в заправке от других людей. Кто-то понимает, да? И когда приходит и говорит, здесь нет любви. Начни давать, сразу начнешь заправляться. Обычно, когда я иду с кем-то обниматься, я иду его заправлять.
Смотрю, сидит брат. Иди сюда. О, смотришь, плечи расправил. Заправился. Заправили любовью. Дорогие, а почему я говорю? Самодостаточно, это значит, я имею достаточно любви к себе, потому что написано, возлюбите Бога, возлюбите... себя. Какой-то звук классный. Ладно. Мокрый, наверное, потому что барабан такой получился. Yes! Это оно, помазание. И мне достаточно любви к себе, чтобы передавать ее тебе. Чтобы жить настолько счастливо, что мне не надо даже тебя обнимать или наставлять. Ты просто увидишь счастливого человека, и ты просто возьмешь это счастье к себе. И скажешь, да не надо мне завтра. Сегодня я люблю себя таким, какой я есть. Сегодня я наслаждаюсь собой. Сегодня я наслаждаюсь своими победами. И сегодня я не обращаю внимания на мои трещины. Аминь. И все. И просто когда ты начинаешь жить, и завтра я буду жить точно как сегодня, наслаждаться, благодарить Бога и никогда не унывать. Понимаешь? Ты пропускаешь жизнь сегодня, пытаясь сохранить для себя для великого завтра. У меня есть планы. Конечно, у меня есть планы. Конечно, у меня есть, знаете, вот мечты. У всех они есть. Но это не должно перекрыть твой сегодняшний день. Они не должны стать фокусом и потерять самое главное. Вот почему мы не способны к переменам, потому что когда учитель по имени Жизнь преподавал тебе урок, тебя на уроке сегодня не было. Учитель Жизнь пришел в класс, а тебя сегодня нет. Ты или где-то там вчера, или где-то там завтра. И ты урок пропустил, двойка. Некоторым реально нужно освобождение от болезни вчера и завтра. Вы знаете, что это болезнь вчера и завтра? Сейчас мы будем молиться. Просто скажи, Отец, научи меня наслаждаться сегодня. Сегодня самый прекрасный день в моей жизни. Сегодня самая прекрасная судьба людей, которые вокруг меня. Сегодня у меня самая прекрасная жена. У меня самый прекрасный муж. Забудьте за все проблемы, за все недостатки, потому что это жизнь, и мы должны научиться жить на этой земле. Я еще раз тебе скажу. Вы знаете, что Бог не творит ничего несовершенного, так? Угадайте, почему Он совершил тебя, который несовершенный, и поместил тебя на планету, которая несовершенная. Алло. Это значит не конечный результат его творения. Это значит, что мы продолжаем твориться. Стоп, стоп, стоп. Ну, воздай слава Богу, хорошо. Кому-то мысля попала в голову. Интересно, да? Вопрос. Вопрос. Вот как учитель, я люблю копаться. Почему Бог все сотворил весьма хорошо, и потом сотворил тебя? И меня. Потому что, дорогие мои, знаете, что мне дает радость? Что это незавершенный продукт. Поэтому не смотри на себя, как на завершенный продукт, не смотри на себя, как будто все совершилось. Скажи, я в процессе, и поэтому моя истина в том, кто истинно является. Эймен! Воздай ему славу. Давайте мы поднимемся. Иисус прекрасный. Живи сейчас, наслаждайся сейчас, люби сейчас, потому что у тебя ничего нет и не будет, кроме сейчас. Эймен! Thank you, Jesus. Просто закрой глаза сейчас. Пусть эта информация, которая сейчас была сказана, пусть было весело, интересно, так должно было быть. Эта тема по-другому не шла. О счастье нужно говорить, когда ты счастлив. Просто скажи ему, Отец, помоги мне забыть эти погони за завтрашними какими-то победами, которые иллюзий их нет. Если их уже не было 5, 10, 15 лет, Бог мой, зачем я бегаю? И пропускаю то, что я имею сейчас. Пропускаю то, что я имею на данный момент. Прямо сейчас просто скажи ему, Отец, научи меня жить сейчас, любить сейчас, принимать не только себя, принимать всех вокруг себя сейчас нормально. Научиться принимать ошибки чужих, потому что я принимаю ошибки свои, знаю, что ты любишь меня. И твоя сила кроется не в суперсвятости, которой нет, а в признании того, что я человек, человечный, имею раны, имею ошибки. И ты продолжаешь меня употреблять. И я благодарю тебя.
Я благодарю тебя, просто скажи ему спасибо за то, что ты освобождаешь меня от лживого завтрашнего дня. Я живу сегодня! Я живу сейчас! Я твой сегодня! Я твой сейчас! Я твой! Я принимаю жизнь такая, какая она есть. Я люблю жизнь такая, какая она есть. Yes. Yes. Я люблю жизнь. Я люблю жизнь. Я люблю жизнь, которую Иисус подарил мне. Я люблю ее такой, какая она есть. Спасибо, Бог! Спасибо, Бог! Спасибо, Бог! Воздай ему славу!